каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темная Лица Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстители. У меня по счету 20-я часть игры под названием «Спасительная операция Черной Вдовы». Кстати, это продолжение, продолжение 16-й серии, именно, что вот действие происходило в 16-й серии, это получается продолжение тех же событий. Надо теперь спасти уже других ученых и коллег. Желаю всем приятного просмотра. Сама миссия называется, именно в игре «Из глубин». Думаю, миссия будет очень даже интересная. Кстати говоря, видите, мне получается, я очень долго играл в специальный кафе в комнате в лес, чтобы прокачать себя в Черную Вдову. Потому что этой миссии нужно было хотя бы добиться до 25 уровня, чтобы поиграть. Вот так как я попробовал, честно скажу вам, поиграть на начальке этой миссии, блин, скажу так, меня очень быстро убили. Так, спутников героев. Так, получится Халк. Ого. Самый стопор у меня Халк. Кстати, как вам новый костюм, Наташа? Скажите, классненький. Это я в комнате вред выиграл. У меня два костюма выиграл. Потому что я не покажу. Так, Кэп у нас 24-го. Тони не слабенький, поэтому Тони не пойдет. Пойдет, потому что он тут нужны посильнее герои. Так, ну я сейчас буду, конечно, Наташей, разумеется. Вы чё? Так, выбрать. Ой-ой-ой. Нет. Так, выбрать. Во. Сейчас быстренько, опа, класс костюм, да она вообще просто классненькая. Еще бы сделали ей лицо Скарлетт Йоханссон, так вообще я бы просто бы только не играл бы. Привет, команда. Пришла сказать спасибо? Да-да, доктор Форсен и перебежчики знают что-то важное. Да, у их бывших нанимателей есть лаборатория под водой, где работают над тем, чтобы, по их словам, изменить реальность навсегда. Звучит жутко. Джарвис выяснил подробности. Поиск еще идет, но, похоже, Ваим решили не распространяться на эту тему. Возможно, поэтому те ученые, которые в этом участвуют, хотят сбежать. А им держат их на 20 тысячах лье под водой. Я хочу вытащить их. Постарайся там не утонуть, ладно? Конечно. Приход такой большой, а? Мне не говорили, что сегодня ожидается снег. Это один из немногих входов в подводную сеть Аим. Нужно подключить Джарвиса к охранной системе АИМ, чтобы они не предупредили никого внизу, что мы идем. Ну что, поехали. Полагаю, это метафора. Ведь у меня нет физического местоположения, я не могу ехать. Да, принято. Собираюсь экспроприировать глубоководный лифт. Глупо ведь ждать спокойной жизни, верно? Тут несколько уровней шифрования, чтобы захватить... Подожди. Вот, кстати, костюмчик, кто я выиграл. Вот он, смертельный, и вот он, летательный. Ага, вот он, смотрите, как он выглядит, классно тоже, да? То есть, посмотрите, каждый костюм на Наташу выглядит просто офигенно. Шикарно, блин. Вот это прикольный костюмчик, но я использую вот этот костюм, а? Мне тоже нравится. Так, кстати, эмблема, все правильно. Если, конечно, я правильно говорю это слово. Во, вот это поставим. Во, будет покруче. Так, карточки. Я все получил. Прикольно, вот этот костюм, который я выиграл в комнате врез. Так, получается, повелитель комбо. Ага, все понял. Ладненько, повелитель. Управление лифтом нужно время. Пока ждем, разберусь с этими ребятами. Простите, парни, я тут лифт жду. Какая же классная Черная Вдова. Кто первый? Похоже, у нас особый гость. Этот робот оснащен защитным полем. Чтобы добраться до лифта, надо его уничтожить. А, есть. Типа босс. Окей. Даже пули жаль. Нифига себе мудила. Ого. Ой. Стой. Халк, молодец. Ух ты. Ой, чётенько. Так, ладненько, надо помочь своим, а. Бегу, ребята.
Ого. Понял, Кэп. Прощай. Получай. Вау, черная вдова. Блин, сейчас я буду жить и пополнять приду, а тут мультив, а? Ваня, пока с ними разберемся. Помогу, Хаук. Противник нейтрализован. Ага. Ух ты, нифига себе, сука, они сильные-то, а? Ё-моё! Сейчас убьют меня, а я не хочу погибать. Лифт у нас под контролем. Вау, победили. Ну, подождите. Ну чё? Опа-опа. Ликвидация есть, спасибо. Да, твою, мы оказались сильнее. Это, кстати говоря, очень даже круто. Все-таки не зря я прокачивал Наташу, а? Правда. Так, что у нас тут новенького будет доступно? Опа. Пилочки, так, сноровка. Нет, что-то не очень подходит, получается. Тут жалко, ничего не прокачаешь. Так, опа, тут у нас выносливость. А это могущество. Могущество прикольненько. Кстати говоря, я бы не прочь помогу сидеть на самом деле. Цепил приема тоже классно. Ну-ка, если так. Ого! Нифига себе. Зато могущество какое сильное дается, да? Ладно, как все-таки. Тут у нас везде могущество. Ух ты! А, это минус дает. Жалко, мне сейчас ничего не прокачаешь, а? Опа. Ого, ладненько, все-таки. Наташа просто. Посмотрите сами, она классно выглядит в самом деле. Все, ладно. Погнали, ребята, спасать людей. Ого! Как. Она, знаете, костюм немного похож на костюм Дэдпула сдалека. Но если на самом деле так просто немного, то реально так и есть. Так, ладненько, жизнь полная. Погнали! Спасибо, говорит, ученых. Вау, блин, костюм. Эй, Джарвис, помнишь наш разговор? Да, мисс Романов. О чем вы? Джарвис, расскажи все командору Хилл. Под водой сеть АИМ наиболее уязвима. Мисс Романов попросила меня открыть доступ к внутренней сети лаборатории. Зачем? Увидишь. Так, я внутри. Что дальше? Впереди охрана. Мы получаем сигнал СОС. Нас кто-нибудь слышит? Мы отступаем! Отступаем! Боже! Это один из наших ученых. Направляюсь к ним. Джарвис, помимо работы над нашим маленьким проектом, выясни, зачем им глубоководное давление и вулкан. Понял. Сильный мудив, а? Спокойной ночи. А, понял. Ух ты, блин, Наташа, это не туда пошла. Паника, подождите. Так что у нас и когда? Так, нет таких фильмов. Уже честно, они очень даже сильные, эти ублюдки, а. Прощай. Вау, блин. Так, здорово, да? Пока-пока. Так, сегодня, извините, сегодня что-то я окосел, прошу честно. Вау, наконец-таки уровень покачал, а. Довольно. В лаборатории впереди идет схватка, и ученые там. Значит, надо спешить. Черная вдова, это вы? Нам нужна помощь. Я уже иду, доктор Рамс. Держитесь. Так, это вряд! Да подожди, доктор. Видите, получается, я в комнате вред почти специально все прокачал. И то даже не хватает, пока силы у меня. Невидимость, дальний бой, ближний бой. Так, я думаю, ближний бой. Опа-опа. Сейчас у меня Наташка-помакашка будет очень сильная кашка. Не получится! Это очень смело, восстать против преступлений начальства.
Вот только сейчас мозги уступают мускулам. Красиво. Поэтому нас и позвали. Вау, красиво, реально на глубине находится. Посмотрите, как же шикарно, вау. Я даже не... вообще, вау, прикольно, очень красиво. Ой. Ты же физический робот, да? Тварь, а? Сейчас из времени ставлю сражаться, а? Спасибо, Тор, спасибо. Все, ребята, погнали, оттащите бывших ученых Аим. Ученые сейчас по ту сторону двери. Блин, надо спасти их. Если успею, конечно. Жалко вы. Стреляйте! Мы должны держаться! Они очень не хотят отпускать этих ученых. Зря они тогда их так хорошо обучили. Давай здесь! Внимание службе безопасности АИ. Пожалуйста, о всех нарушениях доложите в зал F. Нарушения? Обидно. Жаль, как вдова. Жаль, как вдова. Вот прикольно. Спасти ученых, погибли, блин, а. Вот теперь я разозлилась. Один из ученых убит. Да, ё-моё. Нет, их слишком много. Даже пули жваться. Блин, что я давай, давай поскорее, поскорее. Еще ученый погибнет, будет очень даже тупо. Да блин. Сука. Спасибо, вдова. Теперь вам придется уничтожить нашу работу. Как? Надо выкрасть X-элемент из ядра главного реактора. X-элемент? Что это? Сложно объяснить. Полагаю, Аим не захочет так просто отдавать этот X-элемент. Какая там охрана? Там все включается по датчику движения, в том числе и охрана. Тайно пробраться — это как раз по части вдовы. Время быть незаметной. Добейтесь до защищенного терминала. Окей, окей. Блин, жалко, что одного ученого спасти не смогли, а. Реально жалко, блин, а. Но хотя бы, если погиб бы еще бы один, скажу честно вам, я бы взял бы, нажал бы вот так бы и перезаписал бы эту миссию. Но так как выжили двое, думаю, этого не стоит делать. Правда, если еще по... если погиб, выжил бы, сразу, сначала все. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Так, и где Джарвис? Где именно? Так, рядом, рядом это получится у нас. Ага, все, понял. Ну, я не сказал бы, что он так прям близко находится. Ага. Вот это не найс, очень пистолет. Он, конечно, дигл. Очень мощный пистолет. Ух, ё-моё. Сейчас, походу, будет, даже скажу, очень задница. Опа-опа. Ух ты. На себе, блин, даже не вижу, куда я попал. На, подзарядись. Да блин, погиб, а ё-моё, а. Нифига себе, меня так быстро убили, а. Это ж я оценил твою помощь. Как все так быстро происходит? Чтобы попасть за эту дверь, придется ненадолго стать невидимой. Если они будут на меня пялиться, ничего не выйдет.
Да, если еще жизни у меня будет мало, то точно не будет. Я понял, надо использовать день. Но пока у меня нет способности. Опа, Хаук. А, это понятно. Закончу с этими парнями и проберусь внутрь. Да. Опа, спасибо, Мстители. Так, взломов. Ага. Твои глаза тебя обманывают. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Вроде получится. Вроде получилось, скажу вам честно. Вау, Наташка. Ух ты. Опа, вот и ящик. Еще один там есть. Давайте вскроем его. Ну-ка. Так, куда вообще идти? Ага. Все, Мстители, идем вперед. Можно выйти? Ну да. А, помочь надо. Всегда пожалуйста. Неплохо. Готовишь мне подарок на Рождество? Еще не совсем. Но открытку гарантирую. Реактор должен быть впереди. Я засек высокий уровень необычной радиации. Джарвис в замешательстве. Это плохо. Я скажу, это очень даже плохо. Я опять прокачал, еще раз зову. Так, получается, что у нас привет из подворотня. Перед из подворотня. Ванька, давайте все-таки подкачаем. Так, особые у нас, да, получается. Так, завесы. Во. Во, зашибись. Так, теперь переснаряжение. Как-никак мне нужно прокачивать черную траву, потому что она у меня, правда, не такая уж сильная, как бы я хотел бы, чтобы она была. Блин, честно скажу вам, какое-то говнище мне дают на самом деле, а. Реально. Всякую всячину, блин. Минус сила на 100 суперприемы. Тут, блин, получается тоже. А можно апнуть-то? А, мне немного дапа не хватает. Так, доблесть, точность, выносливость. Блин, даже не знаю, что же взять. Ух ты. 31, получается 33. Тут надо прокачаться тоже, а. Так, тут у нас получается, ух ты. Но все остальное минус. Тут максималка, да? Ага. А, ладно. Так, Ваника, погнали, думаю, что давай, так, я вот так очень красиво. Кстати, подождите, комиксы я вот нашел. О, жилье человек, все 5 комиксов я нашел, вау, круто. Это в таком мотивре я все эти комиксы открыл. Супер, да? Я мастер-собиратель комиксов. Кстати говоря, почти все комиксы пособирал. Как видите, 5, 4, 5, 3, вау, почти все комиксы. Ладно, погнали. Уничтожьте экспериментальный реактор. Доберитесь до реактора. Мстители, вперед! И команда героев. Вау, блин, костюм реально похож как у Дэдпула, честное слово. Ух ты, ё-моё. Сука. Мстители, вы добрались до реактора? Почти. Просто не забывайте о датчике движения, ладно? Эта затея становится все опаснее. А когда было легко, а? Всегда было трудно. Так, что там еще? Ух ты, нифига себе, какую-то фиговину взяла. Даже не знаю, что это такое. Давайте быстренько это сделаем. Кстати говоря, правда, у Чародовых, правда, костюм похож как у Дэдпула. Ну, честное слово, по крайней мере, именно задняя часть так точно. Ух ты, еще один какой-то комикс. Мстители, наследие. Ого, Капитан Америка 2017. Ох, Невероятный Халк 2017. Вау, я 3 комикса, еще 2 осталось найти. Так, Ваника, что там у нас было? По-моему, у нас было... А, у нас ничего такого... А, во-во-во-во, все. Сейчас. Так, снаряжение, получается, у нас камушек, да? Этот у нас, получается, дает... Точность дает, да? Но все остальное минус. Так, это, получается, у нас могущество, доблесть и выносливость. А если так я сделаю, то... Подожди, это, получается, у нас минус. А, Ваника, это, получается, у нас минусы одни. А что, давай так... Блин, не могу рассмотреться на нее. Кайф, а? Нравится. Кстати говоря, у меня очень близко скоро финал. Вам, скорее всего, наскучило смотреть мои дополнительные эксклюзивные миссии для героев. Ну, я так думаю. Опа-опа, я... По-моему, я открыл его. Нет, я слепандяй.
Вау! Ого! Ни хрена себе! Скажу честно вам, эти миссии очень даже прикольные, классные, интересные. Я думаю, кроме меня, эти миссии никто не проходил именно для Ютуба. Я вот решил пойти, поэтому я уже как-то отличаюсь от других. Так, ладненько, давайте опять же быстренько снаряжение. Что там у нас? 32 уровень, получается, сноровка. Ближний бой. Ну ладно, немного нам не дает. Давайте апнем. Ну вот. Вот, наконец-таки, у меня хоть что-то лучше стало. Так, это получается у нас до 10, да ни хрена себе. Тут до 5 всего лишь. Так, это получается у нас... Вот. Все. Ладненько, класс, давайте ломаем. Вау, опа. Вот видите, черная вдова у меня становится просто... Огонь. Ну просто мне очень нравится она. Да, в принципе, мне все мстители нравятся. Кстати говоря, в комнате вред вообще классно покачать героев. Потому что в некоторых миссиях, некоторые миссии недоступны. Это еще что такое? Из-за того, что герои слабые. Это реактор на X-элементе. Главный выключатель защищен 4 предохранителями. После их уничтожения останется подключиться к сети, как и хотела агент Романов. Это был твой план, вдова? Это? Нет. Но украсть что-нибудь Лаим, это всегда приятно. Украсть, вот что хотела Наташа. Только, правда, как эти фигни я смогу зафигачить? Ого, сейчас будет жесткая бойня. Ой, Халк, спасибо. Уже не встанет. Это точно Наташа. Твои глаза тебя обманывают. Ну разве она не прекрасна? Она очень даже классная. А Халк, блин, Халк топ. Ладно, Халк борется с этим. Я помогу ему, а. Ты смотри, сука, сзади нападает, а? Крысёныш, а? Аимский ублюдок. А, вот реактор, всё. Вот она, херня первая. Один предохранитель есть. Следующий на другом этаже. 4, ага. Поднимайся. Джарвис, как там подключение? Сеть защищена. Внедряю троян. Если ты мне не расскажешь, что происходит, я сверну операцию. Мы обе знаем, что только я могу довести это дело до конца. Доверься мне. Я верю в черную вдове. Она хорошая супергероиня. Так, ты придурок, а ты плохой мудак. Даже очень. А, плохая. Это была баба. Да, сколько же мне пришлось времени потратить в тем комнате вред, чтобы прокачать Наташу, а? Очень-то скажу, ну, прилично, я скажу так. Я целую ночь сидел, играл, чтобы прокачать сегодня миссию, а для вас пройти. Думаю, вы оцените. Подписка, прокомментируйте мое видео и подпишитесь на канал, если, конечно, захотите. Если вам понравится мои прохождения и мой канал. Я вас, в принципе, если хотите, подпишитесь, мне будет очень приятно. Нет? Нет. Ё-моё, меня так убьют. Вот. Так, подожди, второй реактор, где? Я пропустил. Ладно. Опа-опа, смотрите, какой тор, видели, а? Жизни. Так, а где второй, на самом деле? Опа. Так, подожди, я заблудился. Второй ниже, что ли? Я пропустил, вот, блин. Минус еще один. Над вами расположен датчик движения. Советую двигаться незаметно. Да как, у меня нету маскировки, а? Я с большим удовольствием хотел бы, а? Кстати говоря, пока самое сильное у меня это Халк, а после Халка идет Наташа. Самое слабое у меня Камао. Поэтому в комнате вред до финала мне надо будет прокачать Камао. Иначе, если я захочу, допустим, не поиграть, и вообще просто все мстители соберутся вместе, прям все-все, то она будет часто погибать. Ладно, давайте так. Опа-опа. Вот как, давай, Халк, я верю в тебя. Круши. Опа-опа, смотрите, как Халка. Ай, молодец. Да, осталось два. Джарвис, зачем нужен этот X-элемент? Я все еще нахожусь в процессе определения его назначения. Блин, маскировка правда нужна. Ай, давай, Халк, я верю в тебя. Опа-опа, все пошли. Тебе начинает это нравиться, да? Так, где последняя фигня? А где реально последняя? Так, ты придурок, а? А блин. До этого придурка я не дошел. Опа.
Нифига себе, Халка. Кстати, в следующей серии я буду играть за Халка. 21-й. Опять же, как я играл, получается, в 19-й. Так, ладненько, ладненько. Все. Нифига себе, тут получается. Даже очень-очень интересная миссия. Только я... Как попасть туда? Вот вопрос. Ребята, мне очень нужна помощь. Где ты? Ах ты, сука. А теперь не смотри. Во, и мне тоже нужна помощь. Свалить отсюда. Так, ладно, думаю, как бы спасут меня, правда, нужно как-то попасть туда. Это как? Ух ты, Кэп, где? Все, Кэп, я иду. Ух ты. Не самый умный твой ход. Ах ты, Саша, сука, убьет меня. Нихрена себе, блюдила. Ублюдок. Так, все. Спасибо, Кэп. Показал дорогу мне, куда идти на самом деле, а то я заблудился. Да уж, кстати говоря, черная вдова просто супер шпионка, супер красотка и все остальное. Так, ладненько, последний гребаный реактор экспериментальный. Может, уже какой-то босс появится. Икс-элемент получен. Что ты загрузила в их систему? Вирус выкачивает понемногу деньги с их офшорных счетов. Американских долларов? Так и думала, что тебя это зацепит, Тони. Отправляю вам координаты. Встретимся там, и я все объясню. Были нужны деньги. Я мог продать землю родителей, дать тебе взаймы. Не для меня. Откуда я знаю этих людей? Потому что ты видела их 5 лет назад на борту Химеры. Не люди. И все остальные, чьи жизни мы поломали. А им заработала на дни Мстителей, а я... Играла в Робин Гуда? Меньшее, что смогла. Нет, Над. По чести сделать меньше, я впереди. Да и все. Стало легче. Ты о чем? О меня. Нет, но знаете что? Кажется, я чувствую себя не такой слабой. Решишь повторить? Зови нас. Я подумаю об этом. Джарвис, удалось выяснить, зачем нужен X-элемент? Для точного ответа требуется лабораторный анализ. Пожалуйста, разместите элемент в контейнер высокого давления на борту Химеры. Окей, давай. Давай так и сделаем, Джарвис. Посмотрим, что будет дальше. Наташа, молодец. Так, ладно, на Химеру. Нам надо как-то попасть на Химеру. Все. Давайте так. Штабной стол. Блин, а просто надо попасть на Химеру. Выбрать спутников. Да нет. Именно на Химеру надо попасть. Еще миссия не завершена. Но она очень интересная. Вау, я просто с кайфом поиграл. Так, подождите. Видите, сколько еще получится миссий? Ну, я прошел все остальное. Получится вот предфинальное. Получится предфинальная паника в Манхэттене, но это потом будет. Так, вот она классная миссия из глубин, я прошел ее, она просто бомбическая. Наташа Робин Гуд, кстати говоря, может так же миссию назвать, а? Вау, ладненько, нам надо как-то попасть, так, на Химеру. А вот только как, блин. Как попасть на самом деле на Химеру? Вот просто чисто куда нужно, мне на Химеру. Аж какашечки, а. Это вот, кстати говоря, комната вред. Видите, сколько тут испытаний я проходил, а для того, чтобы прокачать Наташу, ну, всех Мстителей, в принципе. Так, ладненько. Я что-то заблудился, скажу вам честненько. Как попасть на Химеру, я понятия не имею. Так, ага. Выбрать задание. Так, это понятно. Нет, не то. Так, я скажу честно, я заблудился, сейчас быстренько надо разобраться. Так, Наташа, Промакаша, классная эта деваха. Так. Задание это, я понял, это основное. Ну, самое имя за сюжет. Так, блин, как попасть на Химеру? Сменить героя. Ух ты, вот она, получается, кнопочка смены героя. А я весь вообще не знал, как это делать, и постоянно кэпом загружаюсь, а? Только и кэп у меня получше стал. Так, блин, Наташа вообще просто, вау. Смотрите, посмотрите, как она классно выглядит в этом костюме, а? Вот, шикардосно. Так, супер, список героев понятен, но нам сейчас нужно другое, нужно попасть на Химеру. Как же это сделать, я уже забыл. Ёшкин дрын, это не Химера, это комната вред. Мне в комнате вред сейчас делать нехрена.
получается, в пустыне мы были, походили. Это у нас дальше уже идет. Заполярье тоже были. Снежная тунда, кстати говоря, я не знаю. Тут получается открыто здание. Но фиг его. Думаю, не стоит его проходить. Так, Халка мы тоже были. Состояние зеленой. Так, Ваденька, может кто-нибудь не подскажет, а то я что-то тупанул. Выбрать регион. Так, вернуться. Вернуться в исходное положение. Ох ты ж, сука. Так, ладно. А вот, ну это же не финал. Ну, в смысле, я имею в виду, я просто хочу попасть на Химеру. Именно осколок, вот это, ну, то, что мы нашли, фигню. Посканировать, а. Посмотреть, что будет дальше. Меню цель. Ну, это уже история повторяется. Это опять Аксмастер. Кстати говоря, мы с ним уже в 21 части, возможно, будем махаться. Так, это получится снаряжение. Тут все понятно. Легко и просто. Кстати говоря, да. Ух ты, еще лучше. Вау, а прикольно. Опа, 21-е, но получается силой ближний бой. Ух, ебать вашу мамашу. А тут-то у нас нехилый костюмчик дается, а. Ух ты. Вау, давайте прокачаемся. Один раз только получилось, да? Ладненько, вот это ломаем. Тут получается суперприемы, 36-й. А, даже не знаю. Опа, еще последний раз. Опа. Ну вот. Так, ладненько, все, блин, Дима. Ты самое главное попасть на Химеру как-то надо, а? Ах, Химера, Химера. Почему я попасть на Химеру не могу? Может, ее нифига нету уже, походу, а? Ладненько. Блин. Ах. Еще раз извиняюсь за то, что я просто заблудился. Миссия уже завершена. Но я просто хочу предзавершена, я хочу дозавершить ее. А вот попасть в Химеру, как-то не понимаю, как это сделать, а? К аванпосту. Аванпост. Ого. По-моему, аванпост, наконец-таки, это Химера, если я не ошибаюсь. А если, получается, у меня этот скайп загружается, хоть я, как сказать, или нет. Сейчас посмотрим, фига, костюм тоже Кэпу нового выиграла. А Кэп-то крутой, а? Реально, какой классный, а? Ну как, Кэп, постой, пожалуйста, а? Мне скрин сделать. Ага, ты хрень постоишь, да? А так, Кэп. Так, долго загружается. Ну бывает, путешествие пункта назначения. Не просто надо опасные Химеры и посканировать эту фигню, что нашла Наташа. Я просто хочу понять, миссия-то завершилась, но хочу дозавершить до конца ее. Опа. Летающий. Все, используйте жену стол, чтобы начать задание. Нет, подождите, по-моему, говорят типа N, чтобы героев. Экипировка. Ну, группа. Так, подождите. Штабной стол. А ну-ка, что у нас тут точно на самом деле есть, а? Мне просто интересно. Может, что-нибудь нашли наконец-таки, а? Понятно, не судьба, да? Так, ладно. Так. Опа. А ну-ка, а ну я к чему-то и подойду, где она? Сейчас, может поговорить с ней? Может, ну просто мне как-то сказать, за черную друду поиграть? А, нет, она просто стоит. Я не могу понять. Так, получается, Синди Кайфил. Это я понял. О! Так. Ух ты, ух ты. Ну, Кладик, давайте. Так. Фух, Кэпа, мне нужно апнуть Капитана Америку. 28-й мощь. Так, а еще получше, есть какие-нибудь улучшения? Так, черная вдова. Кстати говоря, нужная вещь. Превосходно. Воистину превосходно. Так, теперь у нас нужно, получается... Ух ты, нифига себе. Не хватает. А, давайте Кэпа. Да будет так. Надеюсь, эта вещь сослужит тебе. Ну-ка, что тут можно взять? Кофе, с меня отличные товары. Давай. Мой магазинчик филиалом своего путиного шкафа. Так, 7000, блин, 7000 нужно, ё-моё, классные костюмы такие, а. Мне совершенно немного не хватит, у меня, кстати говоря, 4400, а мне 7000 нужно, видите, а? Еще чуть-чуть я накопил бы, блин, кайфа. Ладно, как скажешь, но ты сюда еще вернешься. Конечно, пойду сейчас соберу быстренько награду этого чувака. И ладненько, завершу я миссию, потому что... Ого, сколько тут людей, а? Да, уж играл за Наташу. Опа,
Получается, концовочка будет опа комикс за Кэпа. Нет, так-то я Наташа, все это черная вдова, спасительная операция, даже Робин Гуд. Но, по сути говоря, это так и есть на самом деле. Но я просто хочу попасть в эту фигню, но походу не судьба, это может дальше там еще типа миссия появится. Опа, может быть что-то тоже узнаю. Или нет? Тор, привет. Опа, еще один ящик, а. Сколько тут ящиков, а? Ух ты, нифига себе, ну-ка, что у него можешь забрать? Еще один ящик. Да подожди, подожди. В общем, честно, так что быть, я, походу, заблудился. Ладненько, в смысле. Бьюсь об заклад, у меня есть ровно то, что тебе нужно. Ого, Капитан Америка, имена и эмблем, ух, ё-моё. Да, наверное, может быть, так и есть, а. Так, не хватает, надо будет накопить. Супер. Спасибо. Ладно, может, в другой раз. Так, получили штабной стол. Александрия, используйте штабной стол, чтобы начать задание. Это я понял. Ванька, походу... Ого, увидели, что тоже тренируется, а? Ясненько, ясненько, Торик-передорик. Так, подождите. Получится, Наташе не нужно. Значит, можно быстро как Кэпа апнуть и все, да? И завершаем миссию. Опа! Антакт Кэп-то у нас становится сильней. Ладненько, все-таки, да, на самом деле миссию мы завершим, потому что, в принципе, это и был финал. Наташа молодец, она оказалась помогает не людям, которых по вине мстителей, они, получается, и пострадали много людей, стали людьми с разными способностями. 20-я часть под названием «Спасительная операция Черной Вдовы» завершена. Увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, я вас очень всех люблю. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.